Берлинская стена имела разные КПП, контрольно-пропускные посты. Но самым известным был блокпост «Чекпоинт Чарли». Третий КПП стал известным на весь мир из-за события, которое вошло в историю как танковое противостояние. Все началось с того, что в 1950-е годы в Западной Германии начался экономический бум. Уровень жизни на стороне капиталистов очень сильно отличался от того, что было на советской части. Люди начали массово покидать коммунистов, экономика ГДР шла к краху, и тогда советские войска решили исправить эту ситуацию. 13 августа 1961 года в час ночи по всему периметру западного Берлина солдаты Красной Армии устанавливали забор. Запад был против такого принудительного разделения германского народа. По этой причине американцы решили убрать стену. И 26 октября 1961 года направили в сторону чекпоинта Чарли бульдозеры и 10 танков. В ответ советская армия выставила у КПП танковую роту. Советские истребители заблокировали западный аэродром. Всю ночь шли переговоры между Кеннеди и Хрущевым. Весь мир с ожиданием ждал исхода танкового противостояния. Люди боялись, что начнется Третья мировая война. Утром советские танки покинули чекпоинт Чарли, а затем ушли и американские. Но ограждение осталось. Через 28 лет стена была разрушена, и немецкий народ снова объединился. Но за это время было убито много восточных берлинцев, которые разными путями пытались покинуть советскую часть города. Сегодня чекпоинт Чарли – один из главных символов холодной войны, и он стал памятником ужасной и мрачной истории Германии.